Обзор кровли ClickFiles. Всем привет! В прошлом обзоре мы рассматривали особенности стропильной системы нашего проекта. Сейчас мы детально покажем все этапы монтажа кровли ClickFiles. Приступаем к основанию под кровлю. Формируем свесы ветровыми досками. В нашем случае 600 мм. Следующим этапом устанавливаем капельник. Он необходим для отвода конденсата. Клеим двухстороннюю ленту под кровельную мембрану. Укладываем паропроницаемую гидроизоляцию. Такая мембрана имеет три слоя. Первый слой защищает от механических повреждений, второй от воды и третий пропускает пар. Гидроизоляцию монтируем без провисов и складок. Контрабрешетку делаем из бруска 50 на 50, который меньше полотна на 200 мм. Эту часть оставляем для нахлеста следующего полотна. Такой метод позволяет удобно и безопасно работать на готовом основании, поэтапно добираясь до конька. На торцы контрабрешетки прибиваем вентиляционную ленту. Это защита от мелких птиц и крупных насекомых. Следующим этапом монтируем крюки водосточной системы с уклоном к воронкам. На каждый брусок прибиваем один крюк с уклоном не менее 3 мм на метр. Обрешетку делаем из доски 25 на 150 мм. Угол наклона нашей кровли более 25 градусов. В этом случае обрешетку можно делать шагом 50 мм. Если угол менее 25 градусов, обрешетка должна быть сплошной. Сегодня приехал на съемку очередного обзора, и, в общем, вот такая картина у нас на стройке. В общем, съемка провалилась. Приступаем к монтажу картин кровли ClickFiles. Монтируем карнизную планку. Край картины загибаем. Загиб надевается на карнизную планку. При монтаже карнизной планки не забываем оставлять зазор 25 мм. Он вам необходим будет при обшивке карниза. В нашем случае это доска 25 мм. И мы без труда сможем ее смонтировать при обшивке. Кровля крепится к обрешетке саморезами. Между собой соединяется замком-защелкой. Первую картину можно закрепить нарезанным замком. Под торцевую планку укладываем брусок. Ставим шаблон под обшивку карниза. Вентилируемый прогон крепим саморезами. Сверху монтируем планку конька односкатной кровли. Кровля ClickFiles готова. В следующих обзорах кровельные проходки, обшивка фасада. Всем большое спасибо за внимание. Смотрите наш канал. Здесь проектируют и строят.